Команды сегодня играют, которые находятся в нижней части таблицы. Волгарь гость, так вообще эту самую таблицу замыкает. Итак, вывеска. КамАЗ Набережные Челны, Волгарь, Астрахань. 16:22 московское время. 16:30 должны начать. 26-й тур. Мелбет, первая лига. Команды заряженные на борьбу в каждом матче. Отсчет обратный. И поехали. С правого ворота Волгаря. Волгарь сегодня в синем, КамАЗ сегодня в белом. Пальцева нет, 8 желтых. Пальцев, который зимой мог уйти в... Ай, как здорово, Атабаев! Ну и! Забивать! И мяч в сетке. Потрясающая атака! И Вячеслав Кротов! Слава Кротов! Слава Кротову! 19-я минута. Ну а видели, какую конфеточку, вкусняшечку Атабаев! На таком поле мяч укротил и мягко, удобно партнеру покатил на Слава Решай. И Слава решил. Потом три тура не забивали. Но с Хабаровском на замену вышел. Момент, удар и 1-1. И уже в пору Гаглоев показывает. Да, ну кто здесь папа? Гаглоев, его подача слева. И замечательно замыкают. 23-я. Куль. Его сейчас партнеры поздравляют. Куль на линии штрафной. Защитный редут. И сам выходит неудачно. Едва ошибка Адоевского на выходе не привела к второму пропущенному Волгарем мячу. Досталось Дане. Арендован у «Зенита». Он арендован Шайхдинову, чемпионов России. Поэтому «Фортуна». Ко всем разговорам про то, что откуда он пришел. Да, момент! И второй гол! Забивает КамАЗ. Две замены. И кто это там покатил мимо Адоевского? Горелов вышел! Горелов вышел! И гори-гори ясно, чтобы не погасло. 64-я минута. Потрясающе! КамАЗ без моментов во втором тайме. Но забивает Павел Горелов. 64-я минута. Первое касание, мне кажется, мяча. Борьба в воздухе. И мяч у Волгаря. Жамалединов. В партере борьба. Удар. И 2-2. И сравнивает Волгарь. На центр показывает Низовцев. Это Денис Ткачук. Это капитанская, возможно, точка. Помните Пушкина? Айда Пушкин, айда. А вот это айда Ткачук, айда и капитанская. Не дочка, а точка в матче 2-2. Но еще игра 10 минут и, возможно, запятая. Сейчас как влепил, как втемяшил. На Мартового партнер передачу. Мартовой падает штрафной на пенальти, предлагая на точку указать и зарабатывает красную карточку. Две желтые в течение минуты и Мартовой аут. Вон с поля. Вот так вот вышел. Отыграл совсем немного. Я первую желтую, честно, за кадром осталось, не видел за что. Такого, конечно, тренера, самый возрастной наставник в лучшей лиге мира. Такого тренера с его командой хочется видеть и дальше в ФНЛ. Но как оно сложится? Сейчас Низовцев будет страсти утихомиривать.